Противник, первый раз увидев символ О, посчитал нас особыми. Мы называем себя отважными. Знак – привилегия того, кто смело шел в атаку и громил врага. Носить гордо и с честью. Наше дело правое. Враг будет разбит, и победа будет за нами. Только вперед и только к победе. И путь домой лежит только через победу. Другого пути у нас нет. Иначе будет катастрофа. Если мы с вами, братцы, не выполним свой долг здесь, на этой земле, древней русской земле, тогда грош нам цена. Тогда Господь Бог, когда мы придем к Нему, спросит с нас, почему, давая нам возможность, мы не сумели эту возможность реализовать в полном объеме. Потому что все по воле Всевышнего, по воле Творца. Каждое наше действие, оно, безусловно, не просто от нашей только воли, оно по воле Бога. Поэтому наши предки-победители всегда громили врага, всегда громили супостата, ибо верили в Бога и с именем Бога шли в бой и совершали чудеса храбрости на поле боя во имя России, во имя нашего народа.